В рамках рабочей поездки во Владивосток уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова вместе с уполномоченным по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым посетила изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке. В ходе проверки она проверила условия содержания подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, подвергнутых административному аресту. В ходе проверки она побеседовала с указанными гражданами. Граждане жалоб на условия содержания не заявляли. Все их устраивает. В принципе, со своей стороны могу сказать, что все права их соблюдаются, обеспечиваются трехразовым питанием. Татьяна Москалькова отметила, что работа режимных учреждений городского ОМВД организована на должном уровне и соответствует требованиям содержания последственных и задержанных. Мы видим, что личный состав, сотрудники органов внутренних дел, которые работают и в ИВС, и в спецприемнике, выполняют свои задачи на высоком профессиональном уровне. Чувствуется их заинтересованность в работе и судьбах людей. Также Татьяна Москалькова и Юрий Мельников провели прием по личным вопросам подозреваемых и обвиняемых женщин в отношении судебных решений и вынесения приговоров. Все заявители получили разъяснения по всем интересующим вопросам. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.